хорошо, Бережков. Алексей Николаевич, вы находитесь в отделе по борьбе с экономической контрреволюцией. Я следователь. Моя фамилия Макаров. Очень приятно. А мне не очень. Ваша профессия? Инженер. А вы не ошибаетесь? Может, запишем как есть? Торговец? Спекулянт? А почему ты спекулянт? Какое вы имеете право? Мельницу за сколько продали? Мельницу? А, мельницу. Так вот, к вашему сведению, я ее не продавал. Значит, некто Подрайский получил от вас мельницу, а вам ни копейки не заплатил? Ни копейки. Лично мне ни копейки. Правда, он уплатил за меня штраф. Дело в том, что я по неопытности не оформил патент, занял под мельницу чужое помещение без ордера. Но это же мелочь, ерунда. По неопытности. Мелочь. А сейчас выходит, набрались опыта, начали заниматься крупными аферами. А какие же аферы? С чего вы взяли? А вы подумайте, вспомните. А мне вспоминать нечего. Клянусь вам, я ничем себя не заморал. Алексей Николаевич, человек вы молодой, а память вот слабая. И фабрику шерсти сукно забыли. Почему забыл? Я там работа. Правда, не в штате, а подрядчик. Ну вот и расскажите, какие там творились преступления. И какое участие в них принимали вы. Почему же вы молчите? Может быть, вы не все понимаете? Я объясню. Положение ваше очень тяжелое. Лучше признайтесь во всем сами. И поскорей. Это, кстати, облегчит вашу судьбу. Вы человек еще молодой, вам жить и жить. Я не знаю, о чем вы говорите. Хорошо. Вы знаете вот этого человека? Поляков? Главный инженер? Что о нем можете сказать? Ничего, кроме хорошего. Приятный, воспитанный человек. А этот? Не знаю. Этот? Это Федор Иванович, главный бухгалтер. Тоже приятный, воспитанный человек. Ну, характер у него тяжелый. Но это же не значит... Вы человек неустойчивый. Вас приманивают легкие деньги. Не вышли с мельницы и стали подрядчиком. Нашли себе фабрику, шерсть, сукно. Где окопалась всякая погонь. И начали вместе с ними лазить в государственный карман. Так или не так? Не так. Это неправда. Неправда и несправедливость. Государству я приносил пользу. Я инженер. Я сколотил артель безработных. Честную и трудовую. Мы работали без передыху. Как на пожаре, как на войне. Какие же подряды вы брали? Пожалуйста. Мне стыдиться нечего. Все началось с того, что фабрика предложила мне восстановить энергетику. Пустить два газогенератора. Все годы разрухи фабрика стояла в бездействии, была, как говорится, заморожена. Когда я спустился в подвал посмотреть генераторы, я понял, что это выражение надо понимать буквально.
доверху затоплен водой. Вода замерзла и превратилась в лед, в монолит льда. И я тогда подумал, это как символ всей нашей промышленности. Все сковано, все замерло. Надо разбить лед, уничтожить, освободить замороженную энергию. Ко мне пришли рабочие с фабрики. Ветераны, знаете, как старики, ткачи, они смотрели прямо с мольбой и спрашивали, неужели не пустим? А я им ответил, если уж я не сделаю, то кто сделает? И сделал. А вы же меня не слушаете. Очень даже слушаю. И даже скажу вам, гражданин Бережков, сколько вы получили за эту работу? 8 000 рублей. По 2 000 в месяц. Во-первых, лично я не получил ни копейки. Это пока еще чек. Бумажка. И потом он находится у вас, а не у меня. А все, что заплатили авансом, я роздал артели. Допустим. Но по какому праву вам полагается 2 000 рублей в месяц? Самый опытный инженер у нас получает 500 рублей, а вы в 4 раза больше. Почему эти жуки начислили вам такие деньги? За какие заслуги? За что мне начислили 2 000? Я не знаю, как объяснить. По-вашему, за какие-то преступные заслуги. А может, мне платят за талант? Да, за талант. Может, я в 4 раза, 10 раз талантливее любого другого инженера. Вам это не приходило в голову? Не трясите, пожалуйста. Вот, проверяйте. Что проверять? Перед вами идеальная геометрическая окружность. Циркуль у вас есть? Ну, конечно, нет. Так. Простите. Вот. Проверяйте. Точностью линейка есть? Есть. Так меряйте. Я буду наносить размеры, а вы проверяйте. Вот сейчас. Раз, 3, 5, 7. Сантиметр. Вот, меряйте. Ну, значит, а вы могли бы сделать мне по заказу? Ну, например, 23 миллиметра. 23. Пожалуйста. Извольте. 23. Здорово. Ничего не скажешь, здорово. Вот пригласите сюда 10 самых опытных инженеров, которые получают по 500 рублей. Спросите, кто из них может так? Никто! А я, между прочим, и не так могу еще. А что?
что это вы принимаете? Средства от усталости? Не, сода. Изжога меня мучит. А вы, Алексей Николаевич, действительно талант. А что из этого следует? Вот на хитровом рынке тоже имеются разные таланты. Китаец, например, фокусы делает. Шарика есть, шарика? Нет? Стоишь рядом и ушами хлопаешь. А карманник, шермач по-вашему, в это время запускает тебе в карман два пальца, запрягает часы и выводит так, что и не почувствуешь, словно не пальцами он работает, а воздухом. Очень талантливые люди есть. Как вы можете даже сравнивать? Мой талант помогает мне в работе, в моей инженерной работе. Значит, она идет на пользу обществу, а не во вред. Вот про пользу и вред мы сейчас с вами и поговорим. Мы подошли с вами, Алексей Николаевич, к самому тяжелому для вас пункту. Вы здесь рассказывали очень интересно про замерзшие генераторы. Я даже заслушался бы, вам честное слово. Но объясните мне, пожалуйста, Алексей Николаевич, зачем понадобился для ремонта генераторов вагон оцинкованного железа? Железо? Нет, никакого оцинкованного железа не требовалось. А 10 бочек олифы? А стекло зеркальное, бемское? А 2 вагона черепицы? Погодите, вы что-то путаете. Какое отношение ко мне черепица? Я не брал черепицу. Вот накладные. Все материалы получены вашей артелью. Я ничего не получал и ничего не подписывал. Правильно. Подписывал Еремеев, староста артели. Не может этого быть, эти материалы совершенно были не нужны. Значит, кому-то были нужны. И староста ваш помог получить их со склада. Еремеев? Он же абсолютно порядочный, такой степенный, исполнительный. Он же, знаете, он старовер, старообрядец. Он даже когда ест, так только из отдельной посуды, у них так полагается. Даже когда водку пили, он всегда только из своего стаканчика. Ну, это, конечно, не важно. Важно то, что староверы очень честные. Но это же всем известно. Еремеев! Да, Еремеев. Нет, гражданин Бережков, не Еремеев, а вовсе Бурныкин. И не старообрядец, а обыкновенный рецидивист. Дважды судим, бежал, раздобыл липовые документы на Еремеева и теперь опять сел и сразу же во всем признался. Действовал в преступном сговоре с главным инженером, с главным бухгалтером и с вами. Нет, никогда. А чем докажете? Не знаю. Товарищ Макаров, там к вам пришли, просто ломятся. Подождут. Просили срочно, вот по этому делу. Записку дали. Ну ладно, уведи его, а тех пусти. Угу. Прошу вас. Здравствуй, Алексей. Ты-то как сюда попал? На самолете из Ленинграда. Вот наш молодец. Граждане, прошу вас, проходите. Алеша, целый день не ел? Какой самолет? ЛА-4 металлический, из кольчуг алюминия. А мотор какой? Граждане, разговаривать нельзя, прошу, проходите. Проходите. 2 мотора испана по 180 сил. Барахло. Я тебе объясню. Вы считаете, что он человек 100% честный? Абсолютно, абсолютно. Подождите, Маш. Да нет, вы, товарищ следователь, меня не совсем правильно поняли. Ну, 100% не бывает даже золота, 96 высшая проба.
Бережков человек азартный, склонный, можно сказать, к авантюрам. Ну, выдать себя за профессора, чтобы пройти куда-нибудь без пропуска. Сказать, что построен мотор, когда вся конструкция еще в голове. Вот на это он способен. А чтобы взять чужую копейку? Никогда. Ошибаетесь. Это как посмотреть. Он в частные подрядчики пошел. А кто они такие, эти подрядчики? Хапуги, которые наживаются на нашей беде. Инженеры, строители не идут на государственную службу, а берут частные подряды, чтобы сорвать побольше. Да ничего он не сорвал. Вы посмотрите, как он одет. Эту тужурку я 100 лет знаю. Это тоже не разговор. Староста его артели Бурныкин, он же по фамилии Еремеев. Еще хуже одет. А дома нашли у него и царские червонцы, и вазы со дворца, и бобровую шубу, 3 штуки сукна, тужурка. У нас тоже был обыск. Вы много нашли? Это правда, ничего не нашли. Сотрудник мой, Поливанов, даже удивлялся. Образованные люди, а живут как пастухи. Да это вы не к тому. Ведь главное это сейчас помочь Бережкову. Беречь... Ну, как бы это вам сказать, от себя, что ли? Вы его не знаете, ведь мы с ним очень долго работали. Бережков — это талант. Это я как раз понимаю. Он тут такие круги рисовал, словно печатал. Это ерунда, это все мелочи. И вы так умеете? Нет, так я не умею. Я вообще много чего не умею, как Бережков. Светлая голова. Ему сейчас главное дать возможность работать. Вы еще услышите о нем. Вся республика еще о нем услышит. Да, ну, в общем, многие о нем услышат. Я думаю, что ведь главное, наверное, разобраться в человеке, помочь ему, когда он оступился, поддержать. Бережков! Крепкие нервы у человека. Алексей Николаевич, пойдемте. Нет, пожалуйста, ко мне сначала. Садитесь, пожалуйста. Изучив материалы дела и показания задержанных, а также познакомившись с вашей личностью, гражданин Бережков, выслушав показания свидетелей, я пришел к такому выводу. Из всех частных подрядчиков на фабрике «Шерсть-сукно» вы были единственным, который лично участвовал в работах, подряды выполнял в срок и доброкачественно. В то же самое время никто из арестованных не показывает, что делился с вами незаконными прибылями. Или же совершал свои преступления с вашего ведома. Кроме того, в ходе допроса мне стало ясно, что у вас, Алексей Николаевич, большой инженерный талант. А вот к нашему делу у вас таланта нету. Никакого. На грош таланта нету. Я говорю к нашему делу, потому что настоящая моя профессия... Счетовод. Счетовод. Это меня как партийца мобилизовали на следственную работу. И вот меня буквально ноет душа, когда я... вижу эту вашу беспечную, возмутительную халатность. Но об этом сейчас чего уже толковать? Учитывая все вышесказанное, а также ходатайство заслуженных людей, я нахожу возможным не предъявлять вам, Алексей Николаевич, уголовного обвинения. Так значит... Я могу идти домой? Да, пожалуйста, идите. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Будьте здоровы. До свидания. А скажите, деньги, которые я заработал, ну, этот чек, я могу его получить? На чек я накладываю арест. Чек останется при деле. Боже.
Я думал, вы что-нибудь поняли. Нет, я понял. Это, знаете, по инерции, ну действительно, ну какой там чай. Алексей Николаевич, идите, занимайтесь своими изобретениями. Позабудьте про всякие мельницы, про всякие подряды. Помогите нашему государству своей наукой. Оно вам за это только спасибо скажет. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. От зари до зари лишь зажгут фонари, вереницы студенты шатаются. Через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу-тумбу четыре спотыкаются. Через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу три-четыре спотыкаются. Через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу три-четыре спотыкаются. А где Ниланс? Август Иванович, здрасте. Здрасте, Бережков. Илья Муромец. Странно, как-то я здесь по соседству когда-то работал, до революции. Была лаборатория под Райск. Очень интересно. Что это? Август. Спасибо за течение повала. Понятно. Август Иванович, я хотел вас... спросить, ну, в общем, у вас не найдется для меня работы. А зачем вам? Я полагал, вы преуспеваете на своем новом поприще. Тем более, когда мы последний раз с вами беседовали, вы были полны грандиозных планов. Помните, я вас пригласил к нам на работу, но вы гордо отказались. Напротив, вы приглашали меня консультантом в свою мучную фирму. Или что-то еще там, я не помню. Так... Я действительно вел себя как сумасшедший, но это уже все в прошлом. Все в прошлом. А что происходит в настоящем? До осени я работал подрядчиком, неудачно. Ходил на биржу труда, загружал вагоны, работал на стройках. В общем, не обогатились. Работал слесарем в трамвайном депо. Так этот размер точный? Да, конечно. Я узнал, у вас новый институт, специально по авиационным двигателям. Ну вот я, в общем, хотел бы заняться своим делом. Как-то, в общем, не хотел бы быть в стороне, когда все... Хотите вернуться? Пожалуйста, возвращайтесь. Но я должен вас предупредить. Наш институт очень мал. Вот эта комната еще поменьше. Не маловато ли при ваших масштабах? Ну что вы, Август Иванович? Тогда так. У нас есть место младшего чертежника. Прошу. Простите, как? Я вас могу взять на работу в качестве младшего чертежника. По-моему, я достаточно ясно говорю. Нет, Август Иванович, никогда. Как хотите. Хорошо. Хорошо. Я согласен.
Кажется, получилось то, что я хотела. Я думаю, дать подпись «Ссор из избы». Это же метафора, это говорится совсем в другом смысле. Ну тогда ссорную траву с поля вон. Где ж тут поле? У тебя на плакате изба нарисована. Ну тогда вот Бог, а вот порог. Ну Бог здесь совершенно ни при чем. Ну иди, 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 иди. И вообще хватит, у меня руки закостенели. Ну, Алешенька, ну еще 5 минут. 5 минут. Да, Алешенька, я сдаю сегодня 2 больших стенда, поэтому вернусь к ночи. Зайди к Елисееву, купи, что нужно. Там на бумажке все написано. У меня что, других дел нет? А какие у тебя дела? Да, и не забудь отдать метлу дяде Косте. Что это вы изобразили? Гайку. Что? Вот перед вами мой эскиз. Зачем же фантазировать? Что? Видите ли, товарищ Ниланд, ваша гайка несколько тяжеловата, я ее облегчил. Угу. Вы чертежник, младший, а я главный расчетчик. Потрудитесь переделать точно по эскизу. И в другой раз никаких отсебятин. Посмотрите, пожалуйста, внимательно вот этот блок. Хорошо, хорошо. Пожалуйста, я могу. Но мне все же кажется, что ваша гайка тяжела. Она как-то не гармонирует с теми изящными формами, которые свойственны авиации. Что? Изящными? Молодой человек, изящными могут быть дамские шляпки и туфельки, но не гайки. Вот, почитайте и поучитесь. Это гайка общепринятая, и ее размеры я не из пальца высосал. А на основании этого труда. Вот потому и не годится, что общепринятое. Сейчас в авиапромышленности давно уже пользуются другими гайками, облегченными. И не только гайками. Я молчал. Я целый год делал чертежи по вашим эскизам. Но ведь они никуда не годятся. Вы расчетчик, вы... Именно расчетчик. Вы можете рассчитать, проверить, опровергнуть чужую идею, но своих идей у вас нет. Творить, изобретать вы не можете. Нет от природы у вас такого дара. Вы все сказали? Ну, нет, не все. Я сейчас вернусь и доскажу. Довожу до вашего сведения, что младший чертежник Бережков непозволительно ведет себя по отношению к моим указаниям. В чем дело? Видите, это точно такие гайки, как я чертил. Я в музей авиации сгонял. Вот, это гайки от моторов Гномрон, Гермес и от моего... Адреса 300. Вашего? Слышали? Да, моего. Я его построил в 1916 году. И уже по тем временам это был самый мощный мотор в мире. Я уже тогда применил облегченные гайки.
хватит. Эти ваши фокусы показывайте в другом месте. А здесь, чтобы вашего духу не было. Вы уволены. Да. Бережков человек крайне нетактичный, это всем хорошо известно. Я и сам удивлялся, как-то он целый год просидел тихо, как мышь. А что касается адреса, то должен вас, товарищ Нилан, огорчить. Да, именно Бережков построил его. Кстати, за расчетчик у него был никто иной, как профессор Жуковский. Товарищи, а со стороны партбюро к Бережкову претензий никаких. Работает честно. Общественное поручение выполняет с милой душой. Яблочкин, ты желаешь? Можно? Ну давай. Я вообще не понимаю, чего тут обсуждать? Ну конфликт. Ну Бережков прав на все 100? Конечно, прав. Правильно, правильно. А форма? Форма нам ни к чему. Мы не буржуи какие-нибудь, а мы советские. Правильно. И нам на всякие мерси времени не хватит. Да правильно, правильно. Правильно. Что правильно? Что правильно? Тише. Тише, товарищи, тише. До каких пор? Ну, да нет. Лично я, товарищи, глубоко сожалею, что у нас не хватает времени на эти спасибо и пожалуйста. Но вернемся к Бережкову. Мы его, конечно, не уволим. Я думаю, голосовать не стоит. Не надо. Но в одном товарищ Ниланд совершенно прав. Нехорошо, если младший чертежник читает нотации инженеру. И с этим делом надо кончать. Переведем товарища Бережкова из младших чертежников в старшие конструкторы. И будем надеяться, что конфликт на этом исчерпан. Что? Что? Август Иванович, вы замечательный человек. Я всегда знал, я всегда говорил, что... Ну и ну. Да нет, честное слово, даже тогда, когда вы не давали мне конструкторской работы, я и тогда знал. Я всегда говорил, что... Короче говоря, у меня есть одна грандиознейшая, одна гениальная идея. Очень скоро я сделаю вам сюрприз. Ну, какой еще сюрприз? Нет, я не скажу, потому что тогда не будет сюрприза. Могу только сказать, что это перевернет всю нашу жизнь. Всего института. А как доложить? Так и доложите. Профессор Берест. Профессор Берест. Заходите, пожалуйста. Вы разрешите? Мне назначено. Назначено было профессору Бересту. А вы кто? Я старший конструктор Бережков. Вообще-то я пока младший чертежник, приказа еще нет. Но вообще-то я конструктор. Я взял на себя смелость назваться по телефону профессором Берестом, потому что дело в том, что у меня важнейшее дело. Выйдите, товарищ. Но может все-таки... Ни в коем случае. Что это за партизанщина? Выйдите и запишитесь нормальным порядком. Извините. Вы меня не узнали. А Элла сразу узнал. Я просто не думал, что вы тот самый, Родионов. Какой тот самый? Помните 18-й год? Вы командовали отрядом, а я привез вам член Реввоенсовета на аэросанях. Постойте, постойте. Как вы сказали, ваша фамилия? Бережков. А,
Ну да, да, да. Вас тогда еще ранило в руку? Нет, в ногу. До сих пор болит. Ходить трудно. Особенно по лестницам. А вы, я смотрю, дипломат. Ну ладно уж, садитесь, раз трудно. Спасибо. Да. Вот ведь как встретились. Ну, выкладывайте. Что у вас за дело? Гуся? Гусенька, да. Я звоню из Адви. Алексей опять выкинул авантюру. Ну, да нет, ну нет, он пошел к Родионову и назвался. Ну, я его очень долго нет. Да, очень долго. Ну, я боюсь, как бы его опять. Ну, вы понимаете? По словам товарища Бережкова, институт АДВИ испытывает острую нужду в помещении, средствах, оборудовании, короче говоря, решительно во всем. Я собрал вас, товарищи, чтобы срочно рассмотреть и решить этот вопрос. Товарищ Берест, вам как директору первое слово. Правильно Бережков бьет тревогу или паникует? Бережков абсолютно прав. Институт слишком громкое слово для заведения, которое я имею честь возглавлять. Мы ставим перед собой ультрасовременные задачи. Работаем каменным топором, как неандертальцы. Общая площадь нашего института 60 квадратных метров. Меньше, чем нормальная профессорская квартира. С финансами постоянные затруднения. Нет иностранной литературы. Оборудование оставляет желать лучшего. Да у нас готовален не хватает. Прячем их друг от друга. А на 30 человек один справочник Хютте. В мастерских летом духота, а зимой мороз. Спокойно, товарищ Бережков, спокойно. Мне вы это уже рассказывали, а товарищи, вероятно, сами знают. Продолжайте, товарищ Берест. Собственно, я закончил. Я хотел добавить только одно. Я очень рад, что разговор о расширении и реорганизации института идет в таких высоких сферах. Ну, так авиация и создана для высоких сфер. Ну, как вам мой сюрприз? Нет слов. Как вам удалось прорваться? Ну, это же мой старый знакомый. Ну, как я говорил. Правда, Цицерон бы позавидовал. Итак, картина с институтом АДВИ ясная и печальная. Ну, думаю, товарищи, не надо напоминать, какую роль в обороне страны играет авиация. Многие военные авторитеты на Западе и у нас считают военно-воздушные силы самым перспективным родом войск. У нас есть отличные конструкторы самолетов, а вот мотора, нужные нам сейчас мощности, у нас пока нет. Думаю, с этим мириться никак нельзя. Правда, в наших КБ разрабатываются различные типы двигателей, но главную надежду мы возлагали и возлагаем на ваш институт, товарищи. Ну а раз мы возлагаем надежду, то мы должны создавать условия, ведь так? Вот я и пригласил к нам сюда товарища Новицкого из научно-технического комитета. Товарищ Новицкий, вы, конечно, слышали, в каком безобразном состоянии находится институт. Что можно для них сделать? Как обеспечить нормальную и продуктивную работу? Видите ли, Дмитрий Иванович, дело тут сложнее, чем нам кажется. Этот институт нам не подведомственен, он в другой системе, к сожалению. Поэтому мы можем ходатайствовать об увеличении ассигнований, просить за АДВИ, ну а сами ничего сделать не можем. Нет, можем. Можем, можем. Если уж мы, работники воздушного флота, не побеспокоимся об институте, который проектирует нам моторы, то кто побеспокоится? Мы сделаем АДВИ подведомственным институтом, дадим станки, самые современные приборы, выпишем заграничную научно-техническую литературу, ну а валюту на это мы найдем.
Все расходы мы впишем в смету воздушного флота. Ну а прежде всего, товарищи, я думаю, надо подыскать для вашего института новое просторное помещение, ведь так? Вот этим вопросом и займетесь лично вы, товарищ Новицкий. Подготовьте на подпись все необходимые документы. Что такое, товарищ? Вы ведь не в художественном театре, а я. Не Качалов. Да и вообще, не очень-то радуйтесь. Мы просто так денег не даем. В обмен мы попросим у вас новый, мощный советский авиадвигатель на 700-850 сил. И как можно скорее. Товарищи, страна стоит на пороге великих дел. Уже готовятся пятилетние планы индустриализации. У нас будут гигантские заводы, электростанции. Свои трактора, автомобили. У нас должны быть свои самолеты. Давайте нам мотор. Ждем. Вот, смотри, наш дворец. Пошли, покажу. Это я добился. Без меня так и сидели бы в одной комнате. Ну, я ж тебе рассказывал. Три раза рассказывал. А ну, погоди, ребят. Доска, между прочим, тоже по моему эскизу. Открыли нам мастерские, там, где раньше помещался компас. Вот. Это мои ребята. Привет, Алексей Николаевич. Привет, Саша. Здравствуйте. У меня их 5 гавриков. Выделили нам помещение. Ну, там раньше помещалось. Я же тебе говорил. Говорил, говорил. Знаешь, что в этом ящике? Ну? Клад. Настоящий клад. Мотор Райт Уорлвинд. Мощный, 12-цилиндровый. Ты понимаешь, мы теперь богаты. К нам во дворе привозят всю иностранную новинку. И я вот увидел месяца 3 тому назад, да. Увидел, ты понимаешь, райтовский мотор 500 сил для глизера, увидел и прямо зашатался. Он там так применил принцип жесткости, ну, просто и красиво. Вместо отдельно стоящих цилиндров один... Монолит. Верно, монолит. Ты понимаешь, я сам шел к этому решению, именно к этому. И вдруг мне стало так обидно. Ну почему? Ну почему не я? Но потом я утешился. Ведь он остановился на полдороге, понимаешь? Он даже не понял до конца все возможности этой идеи. Ему просто не хватало воображения. То есть... Ну как? Он увеличил жесткость цилиндровой группы. А я тогда, глядя на его мотор, вдруг ясно понял, как повысить мощность всей машины. Увидел это ясно и отчетливо, как при вспышке молнии. У тебя все как при вспышке. Ну погоди ты, не перебивай. Ты понимаешь, я увидел гениальнейшую новую конструкцию мотора 800 сил. Где же он? Мотора пока нет. Пока есть только макет. Изобретать легко. Построить труднее. Да, я согласен. Прежде всего, нужно привести мотор, пустить в серию. Ты на ЛАД-8 какой хочешь мотор? Ты понимаешь, ну, пока это еще неизвестно. Возможно, немецкий. Этот... Майбах? Майбах. Майбах – это ерунда. Майбах 650 сил. А у меня мотор 800 сил. Помоги его построить, и мотор твой. Да как я тебе помогу? Ну как, у тебя есть завод? Ну, знаешь, это наивно. Профиль же совсем другой. Ты иногда такое скажешь. Ну что, в Ленинграде вот один только завод? А ты там имеешь вес, паритет. А я-то думал, что он меня так обхаживает. На лодке катал, институт показывал. А тебе, оказывается, нужно, чтобы я твой мотор построил. Тебе это еще нужнее, имей в виду. Это не я прошу. Это наш директор просит. Ну, Августа Ивановича я глубоко уважаю, а тебе в этом деле помочь не могу. Молодец. Но ты всегда был эгоистом. Дождешься от тебя помощи. Короткая у тебя память. Привет. А ведь был случай, когда я к тебе прилетал в Москву на самолете, бросил, понимаешь ли, все дела. Или это был не я? А, тогда? Да, тогда. Ну, если хочешь знать, мог вообще не приезжать. Это почему же? Дело было мое чисто, меня все равно бы выпустили. Да, ну это интересно. Интересно, интересно. Да-да-да. Если уже об этом зашел разговор, то во всех неприятностях виноват ты. Кто научил меня мельницу построить?
Какую мельницу? Ты. Ты. Сидел у нас дома, ел ржаную кашу, плевался шелухой и все время подзуживал. Вот сидит конструктор, пусть построит мельницу. Ты чудак. Я же имел в виду маленькую, но вроде кофейной. Чтоб ты молол для себя и для Маши. А ты в коммерцию бросился. Ну ты и тип. Ты фрукт. Кстати, о каше. Пойдем к нам пообедать. Маша будет рада. Понимаешь? Пожалуй. Пожалуй, я не пойду. Я в Ленинграде женился. Ребенок скоро. Промолчать неудобно получится. Сказать, Маша, может быть, расстроится. Кстати, как она живет? Никак, в смысле личной жизни. А так ничего, процветает. Плакаты рисует, выставки оформляет. А мне и рубахи не постирает. Смотрите, смотрите, дети. Это дядя Ладошников. Наш знаменитый Ладошников, для которого мы строим мотор. Он нам ничем помочь не хочет. Ну ничего, ничего, мы и без тебя как-нибудь обойдемся. Мы сами что-нибудь придумаем. Ну, я тебе точно говорю. Алексей Николаевич, какими судьбами? Здравствуйте, дорогой, как я рад вас видеть. Я тоже рад вас видеть. Я давно хотел вас встретить и сказать вам в лицо, что вы мерзавец, прохвост, негодяй и... Подлец! Алексей Николаевич, ну что вы, его? Такие слова люди интеллигентные друг другу не говорят вслух. Успокойтесь и объясните, с чем вы к нам пожаловали. А, это не ваше дело. А может быть, как раз мое? Нет. Я тут исполняю обязанности главного инженера. Мне есть что-нибудь? Да, возьмите, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Прошу ко мне. Проект утвержден Управлением военно-воздушных сил, а также всеми другими инстанциями. Поскольку Адвин не имеет своей производственной базы, если мы не можем своими силами построить мотор, то выбор пал на этот завод. Вот письмо директора АДВИ, профессора Береста. Август Иванович, прекрасный человек и большой ученый. Прошу кланяться ему, если он меня, конечно, помнит. Почетный заказ. Весьма почетный. И очень нужный для нашей советской родины. Да. Но, к сожалению, принять мы его не сможем. Я так и знал. Я так и знал, что вы сделаете мне какую-нибудь гадость. Не выйдет. Я из Москвы сюда за 1000 верст. У аппарата? Да. Галочка. Приду. Приду, сэр Денька. Да, сейчас закончу с московским товарищем и прибегу. Да. Супруга. Галочка. А где же Лёлечка? С Лёлечкой мы расстались. Долго объяснять. Спутника жизни из нее не вышло. Сугубая материалистка и несовместимость. А что касается заказа, то здесь вы ошибаетесь. Я, Алексей Николаевич, деловой человек. А деловой человек не имеет права примешивать к делам личные чувства. Да-да. Вам бы тоже не мешало.
Беда в том, что мы у себя на заводе уже начали строить авиадвигатель. Какой еще двигатель? Заднепровец 750. Чепуха, а две такого проекта не давал. Дорогой мой, на вашем АДВИ свет клином не сошелся. Это местный проект. Автор его молодой, талантливый изобретатель Никитин. Инженер нашего завода. Вот так. Я не верю. Я ни одной секунды не верю. Это все враки! Я вот сейчас пойду, все выясню! Я вас тогда в дребезги. Я в порошок! Где ваш секретарь Паркова? На пустыре, футбол гоняет. Футбол? Тут такое безобразие творится. Он футбол играет? Так он не играет, это сын его за хеллбека играет. А он смотрит. Ну и порядки у вас. А почему это футбол в рабочее время? Так кто вторая смена с третьей играет? Да? Прошу немедленно собрать партком и завком, и в присутствии дирекции. Это дело государственное. Мазилы портачи. Товарищ секретарь, товарищ секретарь, товарищ секретарь, Подрайскому надо дать по рукам. И с Никитиным, этим изобретателем, тоже надо разобраться. Давай, сынок, давай жми, сынок. Давай. Никитин, он что ли изобретатель? Сынок мой, твой. Ваш сын? Так вы все-таки соберете партком? А как же, как же? Соберем! Позвольте, товарищи, перейти к суровой прозе жизни. Анатолий Викентьевич Подрайский эксплуатировал до революции труд молодых конструкторов, наживаясь на их таланте. После революции он выплыл в новом обличье. Обличье Непмана, частного предпринимателя. Слово сказать, я изобрел электромельницу, очень легко. Оригинальная конструкция, а он у меня эту мельницу. Цап-царап! Украл! Я надеялся... Потом он исчез. Я надеялся, что он исчез навсегда. Я думал, что советская власть надлежащим образом прервала его карьеру. Оказывается, нет. Оказывается, он здесь, на вашем заводе, втерся в доверие и продолжает совать нам палки в колеса! Секундочку, Алексей Николаевич. Секундочку. Я могу сказать слово в свою защиту? Обязательно скажите. Если поверить тому, что говорил про меня мой бывший коллега, и даже как-то не странно, мой бывший ученик, Алексей Николаевич Бережков. Я вам не ученик! Секундочку, секундочку. Если поверить этому, меня надо не просто гнать с завода, а судить в Соловки, к стенке. Но суду нужны доказательства. А какие доказательства у Бережкова? Никаких. Только голые слова. Не буду следовать его примеру. Зачитаю несколько документов. Вот, секундочку.
Секундочку. Бережков обвинил меня в том, что до революции я был капиталистом-эксплуататором. Вот что написано в этом документе. Горячо одобряю деятельность инженера Подрайского, ведущего интересные и важные для обороны России исследовательские работы. Рекомендую оказывать его лаборатории всемерное внимание и содействие. Кто подписал это письмо? Профессор Жуковский. Незабвенный Николай Егорович Жуковский. Всемирный авторитет. Светило отечественной науки. Это он не всерьез. Это для того, чтобы Ладышникова поддержать, чтобы деньги дали строить ЛАД-1. Вы опять врете! А вы опять кричите. Позволю себе зачитать еще одну бумагу. Инженеру Подрайскому принадлежит оригинальная идея употреблять ввиду нехватки бензина обыкновенный скипидар, как топливо для автомобилей и прочих двигателей внутреннего сгорания. Для разоренного гражданской войной автотранспорта предложение инженера Подрайского является ценным и перспективным. Кто подписал это письмо? Никто иной, как Алексей Николаевич Бережков. Да, я подписал. Но я не имел в виду... Еще одно письмо касательно молодых талантов, чью кровь я пил как паук. Тут говорится, что в царское время я материально поддерживал молодых, революционно настроенных изобретателей, что был их соратником и единомышленником. Ну, кто же это подписал письмо? Я думаю, что вы уже догадываетесь. Все тот же А.Н. Бережков. Но я не сержусь на товарища Бережкова. Потому что мотивы движут им самые благородные. Человек он горячий, азартный, увлекающийся. Ради дела готов на все. Вот и сейчас у нас возник конфликт от того, что я блюду интересы завода. Объяснил ему, что мы не можем строить авиадвигатель по их проекту. Только единственно потому, что строим свой. Заднепровец 750. Ерунда это. Вам дают проект, над которым работал Десятви. А вы занимаетесь какой-то самодеятельностью, кустарщиной. Да никакого же сравнения быть не может. Вот когда же? Сравнения быть не может. Значит, мы провинция, а вы столица. Да погоди, сынок, погоди. Зачем же так? Ведь вы еще не видели. Тут сидят инженеры, конструкторы, они голову ломали, придумали. Неужели же ерунда? Давайте все-таки сравним, а? Давайте. Давай. Так как будете говорить по совести, или как на базаре? Он глядит справную жирную курицу, а сам спрашивает, сколько стоит этот худенький синий цыпленок? Нет, это у вас не худенький цыпленок, это мотор. Компоновка интересная, но вы вот посмотрите на А2. Формы мягкие, обтекаемые. Современные формы. А у вас лезут углы. Динамика не вместилась в контур, торчит, выпирает. Никто не подумал над тем, чтобы уменьшить лобовое сопротивление. Подумали. И надумали не уменьшать. Углы дают мне жесткость. Проигрываем в лобовом сопротивлении, выигрываем мощности на единицу объема и веса. Еще скажу вам, товарищ Бережков. У нас конструкция своя. Вполне оригинальная.
А у вас, мы хоть и провинция, но все-таки кое-что видели. У вас же рай. Вы поглядите на свою цилиндровую группу. Ну, правильно. Блок цилиндров, как у Райта. Ну и что? Да ну поймите, друзья, ну, в технике когда-то произошла революция. Появился двигатель внутреннего сгорания, но дальше пошла эволюция. Одна идея дает толчок другой. Мы идем вверх по лестнице, и для того, чтобы подняться на ступеньку выше, нужно оттолкнуться от предыдущей. Да, блок цилиндров мы впервые увидели у Райта, но они выжили из своего мотора только 500 сил, а я 800. И сегодня, может быть, они воспользуются нашим опытом. Так должно быть. А что касается оригинальности вашего мотора, то я прошу обратить внимание на противовесы. Интересные штучки, правда? Так вот, впервые их применил я. Это было еще в 16-м году, когда строил Адрас. Вы, наверное, об этом Адрасе никогда не слыхали. А один из узлов пригодился вам сегодня? Да нет, я вас не упрекаю. Наоборот, мне это только лестно. Повторяю, ваш мотор неплохой, но от ДВИ не обижайтесь. Лучше. А ты, сынок, что скажешь? Я тоже хаять не буду. Может быть, Адвия лучше нашего. Или, во всяком случае, не хуже. Но я говорю про проект. А если построить так наш мотор, наверняка будет лучше. Почему? А потому. Почему? Он реально опирается на возможности нашего завода и его оборудования. Это во-первых. А во-вторых, существует такая вещь, как родительская любовь. Да за свой мотор мы будем драться. Ночами не спать. Всем заводом выхаживать. А ваш, извините, все-таки будет приемыш. Сами знаете, родной сын для матери ближе. Так это если плохая мать, а у хорошей матери настоящий. Приемыш и ухожен лучше, и кусок ему слаще идет, чтоб сам чего не подумал, да и люди не попрекнули. Товарищ Никитин, я чувствую, куда вы клоните. Но брать на себя такой груз, строить два мотора... Мы не можем. Да нет, товарищ Подрайский, нам такое рассуждение не подходит. Мы будем строить сразу два мотора. Нажмем, посидим сверхурочно, вытянем. Я не инженер, я мастер литейного цеха. Про вашу конструкцию я судить не могу. Но вот какие у завода возможности, я соображаю. Сам ведь буду ходить по две смены, и другим придется. Да-да, придется. Но построим. Ну, а там пускай умные люди скажут, какой мотор лучше, какой хуже. Вот так. Воздушный или паря стремительный полет. Мы создаем, что крепкий флот воздушный, наш первый в мире пролетарский флот. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Стремительный полет мы сознаем, что крепкий флот воздушный наш первый в мире.